Так, посмотрите, пожалуйста, здесь этот прекрасный человек, у которого купила этот лот, он позаботился не только о том, что у нас было что-то в ушах, что-то на шее, но чтобы у нас были и колечки. И колечки эти, это, конечно, не перстень Борджа, про который я не устаю вспоминать из прошлой распаковки. Он действительно хорошо выглядит, я могу... Правда, мне только на бизинчик подходит, но знаете, как такая печатка выглядит. Печатка. Это очень даже стильно. И вот такое кольцо интересное. Там я вижу маркировочку. Avon. Мне оно мало. Могу только на мизинце вам показать. Ну, выглядит оно хорошо. И главное, что оно просто идеально подходит по стилю ко всем этим украшениям. Мне украшение пришлось сдвинуть немножко, потому что телефон отказывался фокусироваться. Сейчас я попробую немножко обратно вернуть. Так, верну нам обзор. Продолжаем. Еще осталось несколько украшений, и мы закончим с этим лотом. Вот посмотрите, пожалуйста, такая брошь. Брошь очень интересная, очень оригинальная. Посмотрите, как у нее выполнен вот эта вот рамочка. И здесь вот серединка вот эта, она тоже совершенно оригинальной техники выполнена. У нее как бы, вот видите, то, что в серединке кажется кабошоном, это не кабошон, а наоборот выемка, заполненная изнутри вот каким-то какой-то золотой красочкой, золотым напылением, и поэтому складывается полностью такое ощущение, что это на самом деле выпуклый кабошон, да, и здесь вот такие вот выгравированные лучики по краям, вот. Сзади у нее вид, конечно, старенький довольно, здесь вот наклеем залито, может быть, ее ремонтировали, может быть, она изначально такая была, мне кажется, здесь какие-то что-то с ней творили. Вот. И здесь крючочек. Так. Что-то мне как-то загадку это представляет. Может крючок быть вверх ногами на броши. Потому что если ее вешать, то вешать так. Сейчас. Ну, может быть... А, вот, все понятно. Теперь загадка разрешилась. Потому что вот здесь вот просто... Ну, отломана верхняя часть вот этого крючочка, да, и ее можно было бы как подвеску носить, и как подвеска она была бы сейчас очень актуальна, если особенно повесить ее на крупную цепь такую, да, и сейчас же носят несколько цепей, одну крупную подвеску носят на длинной цепи, и потом сверху еще более короткие надевают, вот, но тут уже нам не светит, потому что здесь отломан крючочек. Ну, как брошь, она еще вполне сгодится. Как брошь ее можно носить. Вещь красивая, вещь, мне кажется, старинная. Так, еще одно кольцо. Колец прям в этом лоте. Целых 3 штуки. Посмотрите, пожалуйста. Оно, конечно, не, ну, оно грязненькое. Сейчас мне тут где-то дома салфеточка. Салфеточка ему не помочь. Вот. Такое кольцо, знаете, черный, ну, пластиковый, похоже. Нет, стеклянный. Черный стеклянный здесь кабошончик вставлен. Или кристаллик, он, в общем-то, ограненный, да. И по краям еще такие черные кристаллы. Вот. И сейчас попробую надеть, поскольку... Ну, это такое Аль Капоне, может быть. Ну, вообще, хороший перстень для вечернего выхода куда-то, да, если у вас, ну, случайно нету, допустим, черного бриллианта такого размера, то вполне допустимо, я считаю, вот в таком перстне появиться. Я думаю, что я где-нибудь обязательно в нем появлюсь. Почему бы нет? Это очень интересно. Да? Ну, мне так, по крайней мере, кажется.
Ну, смотри, ой, сейчас, ой, ты что, застрял? У кольца на самом деле, не зря я говорила, что я его куда-нибудь надену, потому что довольно большой износ у кольца, и, в общем, она мне достается. Вряд ли, не будет продаваться. О, так, это вот, я уже чувствую, я чувствую. Давайте-ка посмотрим. Просто чувствую, я вот так завздыхала, знаете, сразу тонну, потому что когда я взяла это украшение в руки, вот сразу у него есть какая-то вот такая тяжесть и одновременно гибкость. Я не знаю, как это описать, но это только в хороших украшениях есть такое свойство. Вот они как бы вот тебя облегают, да, облегают, обнимают, как змейка. И мне кажется, что очень красивое колье. Давайте-ка посмотрим. Может быть, я здесь разложу. Оно не крупное, не длинное. То есть оно тоже как чокер носится, это колье. Вокруг шеи. Вот. Оно представляет собой вот такие вот звенья. Золотые с кристаллами, все кристаллы на месте, насколько я могу судить. И вот, знаете, вот такая деталь, как маленький кристаллик вот здесь, он, конечно, просто трогает человека за душу. Так, и давайте посмотрим теперь. Да, я думаю, что вам тоже видно эту великолепную маркировку. Это не на речи. Ну, почему бы и нет? Почему бы нет? Почему бы не появиться в этом прекрасном лоте колье, которое сделает его уже просто неповторимым. Не просто прекрасным, а неповторимым. Это прекрасное колье не на речи, мои друзья, мои дорогие. Так, давайте еще одни сережечки быстренько посмотрим. Угу, клипсы. Смотрю вторую клипсину, например, все ли цело. Все цело. Клипсы отличные, они не маркированы, но их стиль, вот опять же, возвращаясь к разговору о том, что можно носить каждый день, а что нельзя носить каждый день, это все настолько относительно, потому что любую вещь ее можно упростить, либо усложнить, да? И, допустим, какой-то вот этими серьгами образ можно упростить, то есть сделать его менее нарядным, чем, допустим, требует какой-то ну, колье, да, но если к этому же колье надеть там шикарные какие-то серьги уже с кристаллами или в каком-то барочном стиле, то тогда это и колье себя поведет по-другому. То есть вот это идеальные серьги для того, чтобы, допустим, какую-то цепь или какое-то колье сделать повседневным. Почему бы нет? Мне нравятся эти серьги. У них такая геометрическая строгая форма. И они стильно выглядят. Так. Ой, я просто уже начала за кадром все разглядывать почему-то сама. Хороший распаковщик. Это вот такая брошь. Даже не могу понять, что это такое. Она символизирует, что она. Это крыло, не крыло, это может быть сноп какой-то, это может быть, ну, перо, наверное, все-таки. Как будто продетый кусочек ткани в кольцо. Ну, что-то такое. В общем, брошь в золотом тоне, очень хорошо задняя сторона сделана, хорошая, длинная, целая иголочка. Брошь увесистая, не маркированная. Очень-очень приятная. Очень приятная брошка. Куда я ее убрала? Убрала, чтобы не было видно. Так, да, коллеги.
мы уже приближаемся к концу. Я уже говорю шепотом, потому что все легли спать. И только я и бижутерия остались здесь. Так, это шу-клипы. И вот сейчас я на этом самом месте готова поклясться, что у моей одноклассницы были туфли вот с такими вот пряжками. Вот просто готова биться об заклад, что это прям один в один пряжки. У нее были такие... Они, эти шу-клипы, сделаны вот какими-то довольно криворукими мастерами, потому что они просто, знаете, обклеены так кожными полосочками, неаккуратно довольно. Вот, ну, то есть вот, хотя кожа сама очень мягкая, такая как перчаточная, но тем не менее, да, это, конечно, такой, даже хочется почему-то ободрать, но обдирать я не буду, может быть, ну, нет, там ничего лучшего под этой кожей и не скрывается. Ну, шу-клипы, в прошлом видео я уже вам рассказывала, что их носят либо прицепляя на носик туфель, лодочек, балеток, либо на пяточку, да, также, если у вас просто черные там балеточки или черные лодочки, можно прицепить, можно и на белые прицепить, и вообще на лодочки любого цвета прицепить, а можно прицепить не на лодочки, а на кармашки, но не именно эти, да, именно эти я, конечно, не знаю, как советовать, куда прицеплять, только на туфли, потому что, ну, кожа, и потом не настолько шикарно они выполнены, чтобы их носить как какое-то, да, какое-то украшение. Так, ну и что тут за бонус? А, тут два бонуса. Один бонус. Это вот такой, помните, мы с вами в прошлой распаковке видели флакончик для духов. И здесь тоже такой же попался флакончик для духов. И я его даже уже за кадром... Это Cartier. Not for sale. Наверное, какой-то подарочный промник, может быть. Но это пластик. Если вот в предыдущей распаковке наш флакончик, он был металлический, он, конечно, лучшее впечатление на меня произвел. Это пластиковая штучка, просто и от нее даже не пахнет хорошими духами, а вот от той пахло как раз. И, коллеги, еще вот такой бонус там лежал в конвертике, уж мы с вами все смотрим, это тоже посмотрим. Заметьте, я вас назвала коллеги. Это значит, что я устала, и мне начала мерещиться моя работа. Это смешно. Gucci Guilty Diamond Limited Edition. Посмотрите, пожалуйста. Ой, на меня не смотрите, смотрите вот на это зеркальце. А это оно именно и есть. Вот. Смотрите, зеркало. Ну, тут отражается, конечно, лайтбокс, в котором я снимаю этот обзор. Вот такая вот шикарная вещь. Это как раз к разговору о том, помните, мы с вами говорили, что приличная дама может достать из сумочки. У нас уже с вами есть таблетница для вечеринки, с которой шикарная дама достанет свою таблеточку Нурофена. И у нее есть прекрасное зеркальце, чтобы попудрить носик, чтобы никто не попутал в этом обществе, с кем он имеет дело. Это шикарная женщина. Все, друзья, мне кажется, мне пора на сегодня завязывать с распаковками и с комментариями. Спасибо вам большое, что смотрели. Напоминаю, что вот все эти украшения вы сможете найти в моем магазинчике на ярмарке мастеров под таким же названием, как и канал здесь, American Beauty Vintage. Я так и не рассказала вам, как я придумала такое клевое название. Расскажу в следующий раз. И также я буду, думаю, выставлять некоторые украшения на продажу в Instagram. Instagram найти также легко. American Beauty Vintage. Спасибо вам большое за внимание. Извините, что устала. Я старалась распаковать как можно больше сегодня, чтобы еще завтра сделать новую распаковку, потому что я хочу показать вам все и сама посмотреть. Пока-пока!